В области Абай завершился трехдневный фестиваль искусства и спорта. Финал традиционного конкурса Айтаса, который прошел в селе Аксауд, собрал несколько тысяч зрителей. 32 поэта-импровизатора боролись за главный приз. В итоге звания лучшего удостоился айтаскер из Семея. Фестиваль искусства и спорта «Тугары Биек Тарбагатай» проходит в Аксуатском районе уже 10-й год подряд. В этом году в нем принимают участие не только спортсмены и артисты Казахстана, но и представители других стран. Главная цель турнира – прославить наше село на весь мир. У нас много талантливых людей и выдающихся спортсменов. Благодаря таким фестивалям мы объединяем страны, ведь наш народ всегда славился своим гостеприимством и щедростью. Мы возрождаем национальные игры и айтыс. Традиционно главным событием фестиваля стал международный турнир по казах-куресе имени Рыгызбая Досканулы. Состязания объединили борцов 16 стран мира. У многих участников хорошая подготовка. Соперники были сильные. Было сложно, но мне удалось победить. Организаторам хочу выразить благодарность за хорошую подготовку. Мы каждый год с нетерпением ждем этот фестиваль. Вот и в этот раз он проходит на высшем уровне. Для нас это настоящий праздник. Одним из зрелищных событий фестиваля стала Аламан Байга. Самый ожидаемый забег на 140 километров. Скакуны и их наездники должны были преодолеть расстояние от Кокпектинского до Аксуатского района. Кульминацией фестиваля стал гранд-финал конкурса айтыскеров «Асыл Домбара 2023», который собрал несколько тысяч зрителей. Участие в нем приняли как именитые поэты-импровизаторы, так и молодые акыны. 32 финалиста соревновались в острословии на самые разные темы. Отрадно, что финал турнира «Асыл Домбра» проходит во время празднования Дня казахского национального инструмента. Думаю, что этот турнир выявит новые имена талантливых импровизаторов, которые вскоре будут известны многим. Победителю музыкального конкурса вручили добру, украшенную драгоценными камнями, и главный приз – автомобиль. Завершился фестиваль гала-концертом звезд казахстанской эстрады. Асим Утешева, Медет Мирханов, Хабар 24, область Абай.